получилось как неестественно. Ну да. Не, ну последний раз только мне серьезно было во время турнира. Умиратор прошлый. В конце прошлого. После этого может я раз приплатил, он мне надо. Так что пока еще не так часто, скажем. Да.
решил удолжить пешку. Ну да, наверное, выйдет. Совсем известно, время добавлялось. Нет, по-моему, быстро кончилось. Нет, ну не все равно добавлялось. Может, 3-12. Вот b6, может, ладья f7, конечно, 2 ферзь e6, как только один. Может быть, я уже дальше. А, то есть это все еще твое? Нет, для меня да. Я-то просто не знаю. Я-то просто помню что-то, но... Нет, только помню. Я не знаю, когда я помню. Нет, ну, конечно, я помню. А я же не просто пешку съедешь. Ну, b2, да, спокойно. Ферзь e4 не совсем правильно. Да, ну, я не хочу видеть, что за дело. То есть, по-моему, причины, варианты. Не, ну, я хочу сказать, что ферзь e5 тоже ничья. Работы вот по персонажу сложно, чтобы близгрет не собрать. Ну да, я понимаю. Ну я просто этот ферзь h6 вообще не помню. Нет, вроде не определяет. Я еще думаю. Сейчас пойду. Надо сейчас на этих сам, конечно, мощных толпах проверить. Слабо, скажется, слабо. Ну да, наверное. Нет, я не знаю просто. Я-то думал, что сон в 5 сейчас, и когда ДЦ случился, я понял. Зачем мне это все надо? Ну, сейчас вообще перестали играть. Вы это помните больше? Потому что никто ничего не понимает. Из-за ботвинника именно? Ну, я думаю, да. Потому что, ну, у вас просто... Ну, хотя не знаю, я просто не знаю, что вам не слежу. Ну, там как-то, да? Ну, не, у нас просто не будет. Но в 6 уже открыть. Я думаю, что чуть-чуть включить. Да, там уже слить с кумулями. Ну, а 4 есть, конечно. 5 будет держаться. А 4 там можно не работать.